Масьянов Иван Иванович, полный кавалер Ордена Славы. Родился 12 марта 1907 года в поселке Красинск Уральского района Челябинской области в крестьянской семье. Помощник командира разведывательного взвода 193-го стрелкового полка гвардии старший сержант Иван Иванович Масьянов в период со 2 по 8 февраля 1944 года в боях южнее города Корсунь-Шевченковский неоднократно доставлял командованию ценные сведения о силах и средствах противника. В составе взвода проник в расположение врага, захватил в плен 3 гитлеровских солдат. 18 февраля 1944 года Масьянов Иван Иванович награжден орденом славы 3-й степени. 23 сентября и 24 сентября 1944 года у населенного пункта Полянки Драгобыческой области Украины и населенного пункта Береги Гуруна подорвал пулеметы с расчетами, за что награжден орденом славы 2-й степени 26 ноября 1944 года. 22-23 марта 1945 года Иван Иванович Масьянов с 3 разведчиками у венгерского населенного пункта Балатон-Фикаяр вступил в бой с группой солдат противника и сразил многих из них, захватив нескольких в плен. 15 мая 1946 года Масьянов Иван Иванович награжден орденом славы 1-й степени, став полным кавалером Ордена Славы.